традиции, казачьи навыки обращения с холодным оружием. Они поздравляют нас с бывшим праздником, который вчера был. Но для нас, я уже говорила, настоящий праздник может длиться целый год. Мы россияне. Этим все сказано. И сейчас будет... Нет, не так. Сережа, ты не тому человеку отдал, потому что нет. Этот человек сейчас будет озвучивать твое выступление. Да. А, давай я буду. Ого. Только скажи, Михаил, а как бежать? Прошу вас сюда. Михаил Поздняков. Вот так достанешь? И его кормушка. Да, она нас направит. Честный Поздняков. Присоединяемся ко всем поздравлениям, ко всем словам, потому что без нас Россия матушка, ну куда без нас, без народа. Нам нужны помощники, желательно один мужчина и одна женщина, ну бабушка и дедушка, кто готов? Но, конечно, сразу предупреждение, придется очень быстро овладеть вот этими замечательными плеточками. Мужчина и женщина. У нас это как ложка. О, классно. Хотелось бы помоложе, чтобы равносильно был. Ну ладно, примером будем. Смотрите. Берете за рукоятку. Навык есть уже? Нет. Хорошо, берете за рукоятку. Чуть-чуть отходим. Отходим чуть-чуть от исполнителя сюда. Задача. Кто ходит на гимнастику и помнит, умеет 100% умеет. Вот, в принципе, такой же. Смотрите, что надо сделать. Видели же, как мы иногда выступаем, пляшем, грудь, что вообще, ну, примерное представление имеете? Ладно, не суть соль. Надо сделать одно действие, называется восьмерка. Состоит из двух петель. Фактически надо ручки перед собой покрутить, нарисовать восьмерку и нарисовать потом бесконечность. Ну, это тоже бесконечность, обязательно. Только перевернуть. Однозначно. По диагонали. Мы одну восьмерочку рисуем. По вертикали? Другую горизонтали. Да. Чем у вас качественнее и синхроннее получится под музыку, лицом зрителю, тем интереснее наше выступление будет. А потом, исходя из этого, мы сделаем импровизацию минутную. Я вместе с вами пришлю выступлю. Сейчас будет фон. Но вы же все, вы уже как артистка. Да. Готовы? Ручку перед собой. Да. Давай, ускорь. Казак.
примера, с помощью наших друзей, с родных, всегда показываем то, что в принципе нет преград для развития. Но только если в нашей голове, в нашем уму выстраиваются какие-то проблемы, трудности постоянные. Тем более в данном случае это лишь атрибут. А на самом деле все можно было тоже сделать с пустой рукой, с полотенцем, потому что состояние пляса начинает подниматься, достаточно вам начать ручками крутить. То есть, ну это надо окунуться в детство, воспоминания, вспомнить, когда мы были маленькие, когда вы были маленькие, когда радовались каждому дню, ветру, солнцу, просто чьим-то взглядом или хорошим словам. Поэтому просьба к вам, к нашим предшественникам, быть сильнее, могучее, поддерживать молодежь. Слишком строго не судить за то, что происходит сейчас, потому что если бы все было в наших силах, все было бы по-другому. Еще раз поздравляю. И маленький экспромт. Попляшу прям минуточку. Посмотри на наши лица, хоть в кармане ни гроша. Сидящие